Я не хочу комментировать эту ситуацию. Это был не ты? Эрик, ты вот тут стоял в углу? Я его начал добивать руками, отменил добивание и телепортировался наружу, блядь. Ага, то есть это был ты? Я в этом углу его добивал. Я понял, нахуй. Отменил добивание и оказался вот здесь. Ебать. Я думал, ты убежал, короче, смотрю, а там еще один труп, и тоже Ахтейн. Я думаю, блядь, это что нахуй, пиздец, так это не ты стоять? Посрался там так конкретненько. Я же вроде видел твой ник, блядь, я нихуя не понял. Че, приглашайте? Я знаю, что же, нихуя не понял. Вот тут чел. Влад, порешай со мной. Лоба кря. Да ты чё? Лафлайн вызывает припасы? Почему я не могу, блять, нажать R3, чтобы ударить плитку, блять? У кого-то лего. У этого дурак. Иди я нахуй. А нахуй потратил легнёк? Короче, знаешь, что у меня было? У меня из-за ебаной анимации, короче, я, кажется, не могу... А он не потратился. А, нет, потратился. Это Spitfire легендарный, еба. Короче, я из-за ебучих анимаций, оказывается, не могу нажимать R3. Вот это, блядь, новости нахуй. Да, ладно, так тем, да. Это именно, блядь, ебаный электроник хуя заблокировали. Что, блядь, пока Octane не сделает эту красивенькую анимацию того, как он крутит на своем члене, блядь, свой стимулятор. Стимулятор члена? Ну да, симулятор члена, а что не там, блядь? Вот нету Octane своего, вот оторвало вместе с ногами. Вот он. Ты бы видел, как лоба на меня смело вышла, блядь, без броника. Да я видел, блядь, она конченая. Типа я ее настрелял, она ушла. И она типа ушла на захил, но я как понял, она не стала захиливаться или у нее не было ничего. И она просто берет на меня такой, выходит, блядь, зажимает. Не понял. Долбоеб, высунься нахуй. Владик. Не ты долбоеб, блядь, другой. Не пугай меня. Высунься нахуй. На, блядь, кряк. Нравится? Да. Где они? Я трос поставлю. Я тебя понял. Я пошел ее влобить. На, блядь, нравится, сука. Нравится, блядь. Я еще выпал. Блядь, ёб твою мать. Привет, мужик. У него тиммейт в ебенях. Он там где-то. Меня пытается отсосать. Батутика нету. Ничего страшного. Это было красиво, мне понравилось. Как ты его ногой пизданул? Да. Это было круто. Не, такой, блядь, реально летишь его ногой. Щап! Камапуля, блядь. Ну, как дед мой говорил, надо побольше хилок с собой брать, а то вдруг война, а тебе хилить с нечем. Меня дед-то не дурак, блядь. По патрона. Он всю войну прошел от начала до конца, до Берлина, до Сталинграда. Это возле рынка резнули. Не понял. У тебя зипа есть или мне кидать батут? Нет, кидай. Короче, на шарик, из шарика к этим долбам. Пиздец, это красиво было. Мне реально понравилось. Не, я видел, это реально сосно было. Главное, ты и за спину завез. Ага. То есть я ему прям ровно макушку почесал, блядь. Они идут в сторону этого рынка. Хуёво. Видимо, сука, рыночные отношения хотят построить. Да, как Кезару. Ну, вон он копошится возле контейнера. Такой? Я крякнул её, блядь. Не, ну я вахую, блядь, от своей себя, блядь. Аккуратно. От своей себя? Не конченые, но не ебануты. Это Миша, осторожно, это Миша, блядь. Little Dragon. Вот тут он, где-то с той стороны. Блин, где? Я смотрю, это Little Dragon.
Будь аккуратен. Мы до сих пор играем. Сейчас массив достанет, блядь. Вот он, нахуй. Лайнуром, бог, нахуй. Просто...